Привет, Денис. Привет. Здравствуйте, ребята. У нас начинается новая выставка, новое мероприятие. Только что мы закончили организацию проведения фасадного чемпионата по СФТК, по НФС, Building Skin Россия. А сейчас у нас российская строительная неделя. Росбилд, Красная Пресня, с 9 по 12 марта. Приходите. Стенд Open Village. Здесь вы увидите вентилируемые фасады. Здесь у нас будет, на этой стороне, будет сайдинг. Grand Line. Перекрестное утепление на брусках. Ну, наши партнеры Окна Века и Тонг. Блоки, видите. Из них мы сегодня смонтировали стенды. Дальше. Эта сторона. Фасадный союз. Вентилируемый фасад, навесная фасадная система, альтернатива. Здесь будет монтаж. Здесь у нас наш любимый Боуми. СФТК мокрый фасад, утепление с пенополистиролом, с минерал-ватной плитой. Пенополистирол, разумеется, Мострой 31, минерал-ватная плита Парок. И наш любимый пеноплекс на цоколе. Ну, наши партнеры, разумеется, компания Bautex, панцирная сетка, фасадная, архитектурная, стеклотканевая сетка. Будут бийские фасадные юбиля, элементы примыкания, капельники, пилопласт. Все как полагается. Значит, мы здесь покажем вам еще интересную вещь. То, что не было на фасадном чемпионате, утепление оконных откосов с применением клей-пены. Ну, интересная достаточно технология, очень сильно убыстряет утепление, производство работ. То, что касается вот этой стороны. Здесь у нас с вами будет штукатурка без утепления. То есть, видите, мы сейчас заранее прогрунтовали, потом выполним. У нас есть специальный абразионный образ, называется шприц. Мы его нанесем на поверхность, видите, шприц. Установим маячки. Кстати, маячки мы забыли купить. Еще не вечер. Еще не вечер, завтра надо привезти. И нанесем штукатурку МПА-35. Дальше мы еще что покажем вам. Клима-Вайт. Штукатурка специальная, которая используется на внутренней отделке. Это штукатурка и наружная, и внутренняя. Это штукатурка для внутренней отделки. Также у нас, разумеется, будет искусственный камень White Hills. Мы еще сейчас подумаем, где его будем использовать. И будет у нас обязательно клинкерная плитка. Штрое наших постоянных партнеров. Так что, вот видите, здесь у нас фальцевая кровля. Ребята приедут, как видите, все напилено, все показано, потому что вы сами представляете, если здесь начать пилить, это будет что-то. Но ребята четко вам покажут всю технологию, перекрестное утепление. Обратите внимание на стропила. То есть вы увидите весь пирог, как будет утепление выполнено с минерало-ватной плитой Парок, которая вот привезена. С пленками, со всеми, но это их вопрос. Здесь еще что будет очень интересно. То есть, вот обратите внимание, картины металлические. Здесь будут гнуть фальц, там ребята все будут показывать, как и что это делается. Не буду трогать, потому что не умею, не знаю, честно скажу. В этой зоне у нас будет наш партнер, который занимается УШП. Утепленная шведская плита, он будет показывать и рассказывать, готовить стенд. Еще не привез. Дальше. В этой зоне у нас будет мастер-класс нашего партнера постоянного компании Тонг. Виталик, разумеется, все склеит. Все будут испытывать. И у него первый раз презентация здесь происходит газобетонных блоков и Тонг D300. Честно, не люблю, но им нравится. Дальше, обратите внимание, система дымоходов и Тонговская, их партнеров. Интересно,
видите. Ой, что-то шумит. И такая здесь. Там просто не стоит на месте. Временно это. И кукушка оттуда такая. Ку-ку-ку-ку. Перемычки. Газобетонные. Ну, а здесь у нас будет наш любимый Дима Занягин со своей электрошваброй. Вы на Building Skin России тоже увидели. Он опять будет рассказывать и показывать, как монтируются плоские мембранные кровли. Будет показывать, как проверяются проколы, протечки, порезы и как все это дело лечится. Это вы все увидите, это будет вот в этом углу. Так что приходите, будем рады. Ждем вас 9-12 на Красной Пресне, на Росбилд. Российская строительная неделя.